Мишка на севере, да? Шоколадки такие, конфеты были, мои самые любимые. Что-то он дерганный какой-то. Или играет он, наверное. Вот такой вот медвежонок. Хочу лицо заснять, не показывает, блин. Ну иди сюда, иди сюда. А может у него ухо болит? Так, вот так вот присесть. Вот такой вот Мишка у нас, который постоянно мотает головой. Ну, ребята, если я еще посмотрю, я сам начну мотать головой. Так, пойдем дальше. Движение продолжаем. Так, вот такая вот красота здесь. Там дальше, да, была вот такая вот речка. Забыл заснять. Вот, думаю, что можно там даже покупаться. Но я уже покупался и простыл, так что пока не советую никому. Если приедете до лета. Но через, говорят, дней 15 уже все, жара здесь будет невозможная. Так, вот такие вот горы. Я не знаю, это настоящие камни или сделали. Ну, по-моему, на настоящие похожи. А может быть и сделали. Вот такая здесь пещера. А что за пещера? Зайти нет, не знаю. Я заходить, наверное, не буду. А там дверь закрыта, ясно. Так, поехали дальше. А вот большой медведь, ребята, смотрите. Вот он какой здоровый. Но это поспокойнее вроде. Может, постарше, поэтому. Миша! Вот он, красавец. Вот такой вот медведь. У меня в детстве была игрушка, большой медведь такой и сова. Так что увидели и медведя, и сову. Мишка, повернись лицом, а? Если не трудно, пожалуйста. По-русски не знаешь? Вот. Вот такой вот медвежонок. Здоровый. Вот там они живут, вот их место. Вот такое, думаю, что здесь им скучно не будет. Так, идем дальше. Ребята, я увидел леопарда. По-моему, это леопард, лежит, отдыхает. Смотрите, сейчас переверну камеру. Так, подойду я сюда. Так. Вон он лежит. Смотрите, отдыхает, да? Так, просунуть камеру. Чё, побегал что-либо? Чё-то какие-то они ленивые все.